200 световых конструкций, 7500 световых элементов украсят наш город в новогодние праздники. Как преобразится Мурманск, расскажет Анастасия Отто. Скоро Новый год, а это значит, что администрация города активно занимается украшением Мурманска, чтобы горожане встречали новый 2020 в нарядной заполярной столице. В активной у нас фазе именно украшение нашего города. Если мы заметили, центральная площадь у нас 5 углов, да, площадь 5 углов. У нас сейчас елочка центральная, да, монтируется, украшается ее уже лапником. Установлены, видите, мы шары устанавливаем тоже 3,5 метра и 6-метровые. Это у нас малые тоже у нас есть, метровые, это у нас шары и елочки. Сейчас снежинки, звезды, называем их звезды, у нас на подиуме установлены с левой стороны. 9 эльфийских елей установят в скверах города Мурманска, на улицах Хлобыстова, Кильдинская, Буркова, Марата, около драмтеатра на Театральном бульваре, в зоне отдыха озера Глубокое, на проспекте Ленина и на территории Нахимовского училища. Свое привычное место займут и световые фонтаны. Где-то числа до 25-го придут уже наши новые. Это дерево желания. Это у нас будет хэштег «С Новым годом» в виде елки и 2020. Числа с 30-го уже именно начнется хэштег установка. И числа так с 25-го находится в городе Мурманске будет дерево желания. Начнется у нас уже монтаж. Вдоль велосипедно-пешеходных дорожек у озера Семеновского также установят светодиодные конструкции в виде медведей, оленей, сов и лосей. Деревья в парке украсят гирляндами и световыми игрушками. А вот скверы около драматического театра, театра Северного флота и памятника «Ждущая», ко всему прочему, дополнят прожекторами и светодиодными консолями. В детском городке «Сказка» поставят световую композицию «Камин» высотой 6 метров и композиции «Мишки в лодке», чтобы радовать юных мурманчан и их родителей.